Всем привет! Коротко по поводу темы сверхтехнологии советской власти. То, что было выложено в группе, давайте я вам расскажу, что имеется в виду. Ну, то есть здесь показано, вот человек изобрел своеобразный генератор. Вот это у него двигатель работает, который крутит какой-то диск. Причем вот здесь вот он говорит, это генератор холодного тока. Ну, видимо, это высокочастотный ток, который имеет высокое напряжение. Ну, и он говорит, что здесь вот этот генератор вырабатывает 800 вольт и 100 ампер. Понимаете, какая мощность? Вот. А затрачивается всего лишь на вот этот вот двигатель. Небольшая мощность, даже, по-моему, несколько ватт, десятков ватт. Так, а вот здесь ниже, вот эта желтенькая, он говорит, что это генератор постоянного тока 24 вольта 100 ампер. Видите, уже интересно. Вот один генератор, вот второй генератор, а затрачивается всего ничего. Ну, давайте послушаем дальше. Вот сейчас он его запускает, он разгонится, этот генератор. Сейчас покажет измерение. Ну, и вот сейчас внимательно слушайте. Сейчас корреспондент... Тот, что берет видео, спросит, какая мощность вот этого устройства. Давайте послушаем. Вообще мощность вот этого устройства мощность. Примерно какая? То есть то, что выдает. Мощность только вот этого генератора 80 кВт. Вот этого генератора. Причем при нагрузке, нагрузка не греется, а опоздается. 80 кВт. При полной нагрузке можно Понимаете? Генератор и запитывать. Ну, то есть, понимаете, 80 киловатт это только вот один вот этот генератор, который он показывает. А там еще, я так понимаю, вот это вот какой-то генератор магнитный. И еще ниже, еще штуки два генератора. То есть, ну и вот такой ток он потребляет. 0,6 ампер, да? 0,6 ампер. 6 ампер потребление. А напряжение? Ну теперь давай послушаем вольт. Сколько вольт потребляет? 0,6. Вот дальше. Вольтаж. 50 вольт. Ну то есть 50 вольт. 50 вольт идет потребление через латер. И, ну, пусть 1 ампер, да? Ну, налицо получается у нас это 50 ватт потребления и 80 киловатт на выходе. Вот такая вот схемка, вот такое вот видео. То есть 0,6. Возьмем 0,7 ампера, нужно умножить на 50 вольт, чтобы получить мощность потребляемой. Ну, понятно, сейчас понятно. Сразу хочу сказать, то, что вольтаж разный. Ну, короче говоря, дальше он здесь начинает прикладывать сверху лампочку, которая горит. И говорит, что вот таких вот лампочек можно сверху хоть миллион наставить. Ну, было бы хорошо, если бы хотя бы он подключил не одну лампочку, а я не знаю, там какую-то нагрузку. Ну, хорошо, если потребление 50 ватт. Хорошо, если бы он хотя бы, ну, 500 ватт какой-нибудь, полкиловаттный
не знаю, там полкиловаттную лампочку подключил бы, и уже по-любому было бы понятно, что это бестопливный генератор. То есть можно эту мощность поставить на самозапит, правильно? Вот. Но этого он не сделал, автор. Будем надеяться, что сделает. Но будем, так сказать, следить за выпусками. Ссылочку на это видео я оставлю под видео. Также будем обсуждать в нашей группе «Делаем БТГ». Ну и все. Думаю, в общем, тема интересная. Чем она закончится, неизвестно. Но у меня все. Всем пока.